Всем привет! Вот решил я сделать новую скульптуру парковую. Скульптура гриб. Но это не просто гриб. Гриб будет сказочный. С лицом, глазами, руками. В общем, сказочный вариант гриба. Вот это уже левая рука. Готова. Вот это уже правая. И в правой руке, вот посмотрите, у него будет табличка. На табличке будет написано: окурки не бросать. Он будет стоять на клумбочке. Вот такой вот вариант декора. Основание выварил. Использовал для каркаса проволоку диаметром 6 миллиметров. Вот осталось перемычки бросить на вот эту табличку, чтобы усилить, чтобы жесткость была, чтобы можно было накидывать раствор. Залить основание для начала, чтобы все было жестко, чтобы нормально можно было работать с ней дальше. А вот здесь вот будет сидеть божья коровка. Там будет зеленая травка, лужайка. Будет божья коровка возле него рядышком. Вот уже готов каркас божьей коровки. Вот примерно в этом месте будет находиться. В каркасе тоже за основу я брал проволоку 6 миллиметров, сетку. Вот. Осталось обмазать раствором, черновой слой кинуть. Вот так вот идет работа. Уже залит фундамент. Теперь, когда фундамент схватится, можно будет спокойно продолжать дальше работать. Все будет жестко стоять. И можно будет обматывать сеткой и закидывать дальше раствором. Вот. Уже обмазал черновым слоем божью коровку будущую. Вот раствор схватится. И можно будет продолжать дальше уже чистовой слой, ну и лепку наносить. Вот здесь вот будет находиться наша божья коровка. Продолжаем дальше. Работаем. Ну и вот сейчас уже можете увидеть, начал обматывать сеткой. Уже шляпка гриба практически обмотал ее. Вот вовнутрь положил сетку, тоже чтобы растворчик кинуть, чтобы можно было снизу потом нормально работать, и раствор цеплялся. Вот. А вовнутрь, чтобы раствор не проваливался, я думаю, мы туда натолкаем пластиковых бутылок, ну может и клеенку какую. Вот. А сетку я использую вот с таких вот фильтров. Это фильтр от буровой установки дизельной. Его выбросили. Уже использован. Ну, мне нужна сетка только с него. Сетка замечательно штукатурится. Вот. Уже разрезал фильтр и начал обматывать скульптуру дальше. Вот.
каркас таблички самой уже обмотал. Вот так вот увязал ее, чтобы она не шаталась, не бухтела, чтобы все было плотненько. Вот в скульптуру гриба самого тоже, возможно, там пластиковые бутылки пойдут, клеенка какая-то. И когда будет штукатуриться, раствор не будет проваливаться вовнутрь туда, а будет зацепаться и за каркас сам, что очень важно в этой работе. Арматура должна быть в бетоне. Не просто сетка поштукатуренная, но и арматура должна зацепиться. Это очень-очень важно. Всем привет! Попросила меня любимая теща сделать ей лавочку. Вот у меня были небольшие обрезки уголка, прутков. Вот это я сделал одну половинку лавочки. Нагнул завитки, приварил все. Вот эта лавочка будет с козырьком своеобразным. Будет закрываться с обратной стороны, то ли брезентом, то ли чем там они ее закроют. Вот, а это вторая половинка. Вот они как в зеркальном отражении. Видно завиточки. Вот сделаю еще центральную часть для упора лучшего. По центру будет стоять. Ну вот, видно, стоит центральная часть. Вот. А вот этот цветок тоже попросила сделать теща его. Была когда-то люстра. Вот немножко фантазии. Вот и получился такой цветочек. Вот осталось обработать, покрасить. Вот. А вот это уже цветок и лавочка уже у заказчика. Вот натянули такую вот клеенку, защита от дождя. Вот. А вот эта накидка мягкая на лавочку. Ну, теща у меня рукодельница, пошила. Вот так вот положили подушечки. Вот уже все покрашено. Листочки приварены. Так вроде лоза оплетает лавочку. Вот уже посадила на цветочки. Ну это цветок не просто как элемент декора, он еще как фонарик в ночное время. Вот. А вот эта лавочка, вот эта накидка, которая на ней, вот, она держится, прикрепляется к лавочке на липучках. Вот так вот. Все обтянуто. Там кинуты доски на лавочку под этой накидкой. И уже к ним крепится сама накидка. Вот эта сторона. Конструкция надежная, жесткая. Вот. Сейчас увидите, вот липучка отстегивается. Там получается к самой доске одна часть липучки пристрелена степлером мебельным, а вторая часть пришита к самой накидке. Ну вот можно видеть, пристреляли степлером.
Там снизу еще под лавочкой тоже пристрелено, сзади. И вот таким образом вот эта накидка крепится.